30 марта 2016 года. Долго. Ворд открывается, не открывается. Открылся. Эпиграф из А. Вознесенского. Чайка Плавки. За февралем закономерно грянул март. Москлявый Марс без афродизиальных, испытанных огнем и блеском стаи, унылый, как старушечья грудь до пупка, как носят уши спаниэли. И в похондрической метеопровиденциальной, как это принято произносить, у них рапорт напоминает названный последний командира субмарины, струящий ее кат подводный ход серед степу широкого в краины мылой. Но денег нет, уже сюжет, намытый есть каменчики. Я в белый свет без семьи вживаюсь на ходу по невским шашкам от тадыжик, аккуратно, как в копеечку, над пузырьком духов коти, на крыше дома книги, над шпилем зингер Аэрофлот витает хаванье. Ни денег, ни довешенных синяков нет, как же константно стрета, быстро текущих, как вино, летучих средних лет, натянутым крестиком его среднего серебрится, спасаясь от стаи шахид. Леок